Міша, хочу тебе повернути у спогади. Ти пам'ятаєш своє весілля? Особливо в яку копійчину воно влетіло. І ці черги довжелезні до Раксу, щоб заяву подати. І от ці, принаймні, дві вагітні дівчини сиділо і хотіли подати, і не могли знайти дати. Боже, їх... дві вагітні жінки хотіли одружитися? Ні, ну, дві пари. Добре. З двома вагітними Міша, жінками. Міша, я думала, ти щось приємне згадаєш. Ну, до речі, оці черги – це вже минуле сторіччя, я тобі скажу. Тепер в Україні можна це зробити, не виходячи з будиночку, через інтернет. Та але... ладно. Так, але. Є одне але, і таке жирне але, і підступне. Наші Максим Узол та Іра Петькун заради експерименту вирішили побратися. Угу, не повірити. Як комп'ютер обікрав молодят, дивимося вже за кілька секунд. Этим молодоженам несказанно повезло. Сам премьер-министр Украины Арсений Яценюк был в числе их гостей в ЗАГСе. А все потому, что Паша и Инна оказались первыми в истории украинцами, которые подали заявление в ЗАГС через интернет. Мы зашли на сайт. Там написано, куда прикреплять документы. Там треба скани паспортів, ідентифікаційних номерів, прізвища свої, всі дані паспортні. Честно говоря, даже не знаю, что круче. Интернет-заявка онлайн или Арсений Петрович на свадьбе. Очевидно, второе. Но в Минюсте свято верят, что благодаря такой инновации в ЗАГСах наконец воцарит порядок и исчезнет коррупция. Два года назад Юле лично пришлось иметь дело с коррумпированными работниками ЗАГСа. Недельки за три, наверное, мы где-то пришли, чтобы подать заявление на нашу конкретную дату. Но нам сказали, что мест на это время уже нет, на эту дату. Но при этом намекнули так немного аккуратно, что в принципе оно может появиться. У них просто принтер там поломался, и нужно какой-то новый купить. Мой муж сказал, что значит надо покупать новый принтер. Ну, собственно, это мы и сделали, там какой-то трехфазовый, я в этом не разбираюсь, мы долго выбирали. Знаю только, что он стоит около $100. Все, купили мы его и расписались, собственно, в ту дату, которую и хотели. Поможет ли электронная заявка молодоженам сэкономить деньги и забыть об очередях на подачу заветных документов? Будем выяснять. Чтобы провести эксперимент, мне понадобится мужская помощь. В смысле жених. Надо же, какая неожиданная встреча с Максимом Узолом. Максимчик, у меня к тебе есть маленькое дело. А ну, давай. Мне очень нужна помощь твоя. Какая? В плане? Мне надо подать документы. Куда? ЗАГС. ЗАГС? Ты выкалываешься? В общем, я клятвенно пообещала Максу, что до свадьбы дело не дойдет. И он согласился побыть моим женихом. Но сперва схожу в ЗАГС на разведку. Уважаемый Максим, уважаемая Ира, готовы ли вы встать на ковер? Вместо того, чтобы осматривать зал бракосочетаний, лучше бы мы с Максимом сразу очередь заняли. Под заветным кабинетом уже толпа будущих невест. Это вы идете дату забивать? Какой? А можно мы тоже? Да не, проще. Каких-то 15 минут, стоя в очереди, без возможности присесть. И мы в кабинете для заявок. Хотели проконсультироваться вас по поводу даты. Может, у вас там график висит, там не совсем просто понятно, что занято, что не занято. В этом графике Максим добросовестно пытался разобраться, пока мы стояли в очереди. Время сверху отмечается розовым, торжественным, между ними время для неторжественного. Белое оконечко не зарисовано. А зеленое это что? Неторжественное, я же вам кажу, розовым отмечается торжественное, неторжественное. И у вас там два зеленых цвета. Вот есть такой зеленый, а есть такой зеленый. Ну тут просто был маркер, який выгорал, а потом выходило, что пару на пару нечаянно ставили. На дворе начало августа. Прошу, чтобы нам подобрали дату на начало сентября, к примеру, на субботу. Вы через зал хотите? Да. Ну это в любом случае. Это уже торжественное, да? Ничего. Боже, ну как это ничего? А субботы быстро разбирают. Ну можно же исключения какие-то допустить? Работницы объяснили, такая строгость связана с той самой системой интернет-заявок, затеянной Минюстом. Создали онлайн и сказали, не дай бог не будет сходиться с вот этим. Это коррупция. Значит, левые пары оставляют, затеянные.
то могут уволить. Не сработало даже наше ненавязчивое помахивание кошельком перед носом у работников ЗАГСа. Все, чем помогли, посоветовали ехать в другой ЗАГС. Может, там места найдутся. Мы заехали еще в один. Та же картина. Тут все занято просто. Я вам говорю то, что свободно есть. 29-е, 5-е, 12-е нету таких, как 12 часов. Сил моих уже нету кататься с одного в другой конец города по этим ЗАГСам. Теперь, думаю, самое время, наконец, воспользоваться интернет-регистрацией. Вот он, нашумевший сайт для электронных заявок на бракосочетание. Заява про державную реєстрацію шлюбу. Да, отлично. Надо же, как удобно. Мы столько времени зря теряли. Дату я уже придумала. Нам нужен сентябрь, 5 число. Это суббота. Так, смотри, у нас почти все свободно, вон только 3 свадьбы. Очень странно. И это в центральном ЗАГСе. В то время как в каких-то районных почему-то ажиотаж. 11.30. Не знаю, в 10.40. Значит... Такая нерешительность. Это почти на круглую дату. На красивое время. Выбираем 12. В центральном киевском ЗАГСе можно расписаться по цене от 155 гривен до 608, в зависимости от вида церемонии, торжественной или нет. Расценки, кстати, одинаковые во всех ЗАГСах столицы. Хотя в центральном одна лестница чего стоит, в отличие от этого, с облупившимися стенами и страшнючими перилами. Извините, а не подскажете, ЗАГС здесь находится? На самом верхнем этаже, на третьем этаже. Красивое место. Пока взберешься по такой лестнице, не то что замуж, ничего не захочется. Сарай. Сарай? Особенно на третий этаж подниматься, кто в свадебном платье. Но вернемся к нашей интернет-регистрации. Мы с Максимом выбрали нарядный зал, торжественную церемонию, и у нас набежала сумма 608 гривен. Не так уже дешево за 15-минутную процедуру росписи. Да, ему сказали нам. Сплата послуги. Тут же сайт запросил у меня номер карточки. Раз уж этот эксперимент затеяла я, пришлось самой расплачиваться. СМС о том, что с моего счета сняли деньги, пришло моментально. 625 гривен с него. И 79 копеек. Уже сняли. А вот письма подтверждения на почту о регистрации бракосочетания нет. Очень странно. Неужели это какой-то, извините, развод? Со скорбью представляю, куда можно было бы потратить мои 625 гривен, если бы я не затеяла этот эксперимент. Мчусь в ЗАГС и застреваю в очереди. А вы не пробовали подавать онлайн заявление, нет? Еще не рискует. Так а чего вы боитесь? Ну, я так понимаю, что вы здесь, вы что же не подали? Не, мы как раз подали. Ну, нету сил моих сидеть здесь до ночи. А скажите, пожалуйста, если мы онлайн подавали заявление, нам тоже сюда вот? Вы не поверите, в обход всей очереди нас с Максимом приглашают в кабинет, потому что мы онлайн зарегистрировались. Ну, только что зашли на сайт, вот это там, где можно регистрироваться и меня отмечать, заявку делать. Вот, и мне... пришло сообщение, что сняли сумму вот эту, которую мы сплатили. Там 600 с копейками гривен. Нет, никакого, знаете, ни на почте письма, никакого подтверждения. Вообще, это целая проблема сейчас для нас, потому что нам для подачи заявления нужно подтверждение, что вы квитанции оплатили. Туда они ушли. Туда выписка какая-то. Откуда выписка? Ну, вот пришло сообщение. Просто сообщение. В виде сообщения пришло? Да, да, на почту ничего не пришло. Как с ним ют в обью? Вот это то, что нам пришло. Я не понимаю, что вы сделали вообще, честно говоря. Вы, наверное, не до конца дошли просто, когда вы регистрировали свое звание. Но поймите, девушка, оно уже деньги сняло. Каким образом я умудрилась за один клик потерять 650 гривен, так и не выйдя замуж? Пока я придумываю, как вернуть мои деньги назад, посмотрите, как обстоят дела с подачей заявлений в других регионах. Киев, привет! Торжественное событие в моей жизни. Я перед одним из днепропетровских ЗАГСов. Попытаюсь записаться на регистрацию на середину августа. Сроки очень короткие, поэтому в успехе мероприятия я совершенно не уверен. Поэтому себе в помощь я беру вот эту замечательную девушку Кристину. Ну, по легенде, мы молодожены, я думаю, что никаких подозрений у работников ЗАГСа возникнуть не должно. В днепропетровских ЗАГСах тоже запустили сервис для заявок онлайн. Но, судя по очередям, эта система и у нас пока не прижилась. Мы становимся в очередь и спустя полчаса попадаем в кабинет к работнице ЗАГСа. Нам с моей спутницей очень надо расписаться в середине августа. Интересно, войдут ли в наше положение? Сегодня принимаем на 29 августа, месячный срок. 29 августа. А раньше? Раньше. Нет, чем 29 августа. Да. Можно зарегистрировать только если вы беременны. Если не беременны? Если есть просто объективная причина, нет?
если заплатить. Как? Работница ЗАГСа проявляет подозрительную стойкость, но я продолжаю ее укатывать. Точно уверен, в нашей стране обойти любые сроки реально. Справочку по беременности как-то можно сделать? Это было не у нас. Фиктивно. Это было не у нас, мы их не проверяем. А, то есть если будет фиктивная справка, то в принципе нормально. Ну давайте не будем говорить это слово. Будет справка беременности, будем сокращать месячный срок. Нет, смысл в том, что нам нужно будет до конца августа уехать из Украины, уехать расписанным. Да. Уже прямо говорю, берите справку и приходите. Так а где ее взять? А это вы уже сами думаете. Откуда же вас знать? Ну, может, врачам обращайтесь. Может, подскажете. Консультация женская. Ага, ну теперь понятно, как это работает. Но вы не думайте, что в самом ЗАГСе все так прозрачно. Под стенами Дома счастья я встречаю недовольных молодоженов. Вместо 85 копеек за заполнение бланков с них потребовали куда больше. Официально, пожалуйста, 85 копеек оплатить. Тут написано 85 копеек, да? Но к 85 копеекам 131 гривна. То есть я сказал, я не хочу платить. Мне ответили, пожалуйста, принесите свой план. Распечатывайте, да, в интернете и приносите, я приму заявление. Опять же, где в интернете, то есть, не знаю. Непонятно. Мы начали ей говорить о том, что... Что-то незаконно, за да? Что, да, она говорит, потому что мы в реестр вносим, там, печатаем, там, то есть все. В общем, они отказываются дать бланк. То есть... Ну что, идем разбираться. А если они бы сейчас заплатили 131 гривну, то вы бы им дали бланк заполнить? Я бы не дала, я его заполнила вот в компьютере, в программе. Распечатали бы себе? Распечатала, да. А что вы не можете это вывести на печать и отдать людям? Ну, он не дается, он чистый. А почему? Ну, откуда ж я знаю? Ну, это не ко мне вопросы. Вот у вас распечатанный, заполненный листок бумаги. Вы его не можете вывести на принтер и отдать молодоженам? Нет бланка. Почему? Вот эти же графы, они же набраны на компьютере. Правильно. И вот оно выехало уже со всем формом, со всеми приписанными к этим данным. Ну, так все. Почему им нельзя это бесплатно сделать? Что? Почему нельзя это сделать? А почему я не могу 54 гривны оплатить? Ну, как бы, вот этот листочек бумаги не стоит 131,54 гривны. Для себя я понял одно. В ЗАГСах, как и в любых других государственных структурах, процветает бюрократизм. И чтобы стать счастливыми, нужно пройти 7 кругов ада. Пам-пам-парам, пам-пам-парам, вітаю, вітаю, молодята, новоспечена сім'я, вітаю вас, ось квіти, ну, показуйте, свіжі штампики, і тут у мене челюсть відпала, не від радощів, а від почутої суми за розпис, на хвилиночку 400 гривень. А на урочисті, що вам пообіцяли за 400 гривень, магнітофон? Ні, нам пообіцяли святковий настрій і живу музику бандуриста. А, я думаю, за такі гроші бандуристи ще мають пританцьовувати. Бандуристи – це ще шик. Магнітофон і тітка з заїждженим віршиком. Ось що світило за такі ж гроші іншим трьом подругам. А ось львів'янка Наталя за реєстрацію свого шлюбу заплатила всього 35 копійок. Ви прийшли в РАКС, вам там довго сперечалися. Скільки разів вам викреслювали рахунки? Двічі. 400, потім, скажімо, там 220. На копійчаній сумі зійшлись, коли пара показала їм листок з офіційними розцінками, який видрукувала із сайту Мін'юсту. А які вони були обличчя, коли ви їм просто виклали на стіл офіційні документи, які ви видрукували? Вони чекали такого? Ну, вони сказали, ну, раз ви такі мудрі, то давайте. Ось воно що, тебе почують лише з офіційним клаптиком паперу. Весілля Наталя замовляла без урочистостей, але у РАЦІ їх зустріли як найповажнішу пару, навіть у святковий зал завели. Але це було 2 роки тому. Нині ціна 85 копійок. Але проблема в тому, що жоден РАЦ навіть не говорить майбутнім молодятам, що за таку суму можуть розписати. Що ж, піду перевірю, чи дійсно офіційний бюджет розпису приховує. Йду в РАХС, де виходила заміж Наталя. 100 гривень, якщо з гостями. Якщо без гостей, то тоді менше. А якщо без гостей, то скільки? 185. 185. А чому так з гостями? Це що вони? Ну, що в залу зійде. Все добряд, все проведемо. А тут тільки ваш такий скочений. Я тільки бажаю в зал проводимо. Про варіант супереконом жінка мовчить. Тому я нагадую. А я ще читала таке на сайті юстиції, знаю, чи це правда, що можна за 85 копійок розписати. 85 копійок державне мито і 35 гривень за заяву, то ви тут на столі розписуєте знос. Без фотографів, без урочистостів, без нічого. Ура! Працює!
Але за заяву 35 гривень, тобто за її комп'ютерний набір, я платити не захотіла. Это Харьковский дворец бракосочетания, и я здесь уже была 3 года назад. Паша, помаши ручкой. Это мой муж и по совместительству оператор Паша. На нашей свадьбе нам пришлось заплатить по полной около 500 гривен за церемонию. Нам навязали кучу ненужных услуг. Сейчас мы прикинемся женихом и невестой, чтобы разузнать, по-прежнему ли здесь выкачиваем деньги из врачующихся. А ну сделай счастливое лицо. Трудности начинаются сразу же. На стенах что угодно, только ненужная информация. Информация о тарифах, денег, и это сразу наводит на мысль, что что-то здесь нечисто. Нет, для чего вообще жалко? Нет, это второй этаж, десятый кабинет. Очень нужно быть это, потому что те, кто подает, нужно будет просить вас про то, что это или нет. Кстати, там была начальница регистрационной службы, она предлагает выставить общую и длиннющую очередь, чтобы только узнать информацию. Приходится ждать. Спустя 2 часа мы узнали, что очередь пожениться уже до октября, но в принципе можно договориться. Вообще никаких вариантов. И пятница, суббота все заняты до середины октября. Совсем никакого времени нет. И вообще никак нельзя там сделать дополнительно. За дополнительную предоплату. По факту будут сами искать, выбирать. Если жениться в самые популярные дни, пятницу и субботу, то платить придется за все, что скажут. За пожелания сотрудницы ЗАГСа. Любите, цените друг друга. За живую музыку. Еще бог весть за что, даже если вам это все не нужно. Торжественная регистрация 390 гривен 05 копеек плюс 85 копеек. Нет, торжественная 234,97 плюс 87 копеек. А торжественная? Торжественная это пятница, суббота. Это полный обряд, инструментальная музыка, пианино, скрипка, большой зал, много гостей. Нет, торжественная регистрация это будни дни. Нельзя в пятницу или субботу, но просто расписаться, например, нет? Нет, потому что это у нас именно выделено 2 торжественных дня. Для именно для, когда приходят музыканты, они не работают в субботу. Торжественные места нельзя, допустим, без речи вот, женщины, да, торжественная вот, речь, ее нельзя отменить. Нет, никогда. Есть программа такая, да, к сожалению. Ну все, иду выяснять, что здесь за дела творятся уже как журналист. На камеру сотрудники озвучивают совершенно другую информацию. В субботу можно пожениться без оркестра. Конечно. Сотрудник по незнанию, по какой-то другой причине говорит, что нужно оплатить по максимуму все услуги. Это можно оспорить. Сотрудник, естественно. Во-первых, сотрудник такого не может говорить. Все услуги, которые даются отделами государственной регистрации гражданского состояния, являются необязательными. У вас какая-то совершенно неправильная и очень некорректная, необъективная информация. Не знаю, кто вам сказал. А теперь внимание! Сколько на самом деле стоит бракосочетание? Не торжественно расписаться. Сколько это стоит? Если 85 копеек, это полное. И просто, если вообще ничего не нужно, это 85 копеек. Если он не хочет получить от органов регистрации никакие дополнительные услуги. Торжественная регистрация 390 гривен 05 копеек плюс 85 копеек. Нет, торжественная 234,97 плюс 87 копеек. Ну ничего себе накруточки! Неторжественная регистрация на самом деле стоит 85 копеек. Торжественная, но без музыки, всего 49 гривен. Я задавала конкретный вопрос, на который получила, получается, неправдивый ответ. Деньги поступают в государственный бюджет, поэтому, в принципе, вот мы точно так же отчитываемся о сумме, которую... Государственный бюджет пополнить это хорошо, но все должно быть прозрачно, да? То есть должна быть информация о человеке. Не согласна. Но самое интересное, что же с датами? Неужели и правда до октября все занято? Снова неправда. Свободного времени на самом деле полно. И есть еще даты на неторжественное бракосочетание. Пятница. И пятница, субботы все заняты до середины октября. Совсем никакого времени нет. И вообще никак нельзя там сделать какие-то дополнительные...
или даже за 50 гривен, это лично я слышу впервые. Поэтому огромная к вам просьба. Огромная к вам просьба. Сделайте эту информацию доступной. Я вас прошу написать, что является обязательной услугой, что нет. И о том, что человек имеет право отказаться от дополнительных, потому что, опять-таки, многие не знают и переплачивают. Мне обещают провести беседы с проколовшимися сотрудниками и молодоженов больше не обманывать. В Ужгороді прикидаюся нареченим, що хоче одружитися, і йду в РАГС. Цікаво, скільки вони запросять за свої послуги. Заходжу усередину і потрапляю у кабінет до жіночки. Саме від неї залежить, коли і за скільки мене можуть одружити. Обираю дату у найближчу суботу. І одразу невдача. 8 серпня мене цікавить. 8 серпня? Да. Це місячний строк від дати подачі заяви повинен бути вами вичерпний. Ви на 8 серпня не встигаєте. На різні вмовляння і пропозицію порішати жіночка не ведеться. Вигадую нову дату у 12 вересня. Тут доля мені посміхнулася. Наступний крок – вибор церемонії. Мені пропонують два варіанти – на 15 і на 30 хвилин. Перший – це повний обряд в музичному супроводі, гості, шампанське, рушники, свідки і так далі. Це коштує 300 гривень. Це скорочений обряд без музичного супроводу коштує 100 гривень. Що, і все? А може якісь додаткові послуги спробуєте втюхати? Чи може фотографа? А фотографи – це все це за нами, так? Так. У вас нема? Ні. Ми державна установа. Так, переходимо до обговорення години. Пробую домовитись на конкретний час – 12 вересня на 13:00, але він зайнятий. Є година вільна, вона ваша. Є зайнята, значить, відповідно, плюс мінус півгодини, Вибору нема. Погоджуюсь на півгодини пізніше і одразу хочу розрахуватись. Але готівку від мене не беруть. Кажуть, йдіть, платіть у банк. Щось усе виглядає занадто райдужно і просто. Аж не віриться. Вирішую провести опитування у мережах. Серед тих ужгородців, що вже одружились. Випитую ціни. 300 гривень була ціна 2 роки назад. Урочиста церемонія – 300 гривень, неурочиста – 100 гривень. Повідають усі як один. Ціни співпадають з озвученими у РАГСі. Виходить, весільна мафія до Ужгорода так і не добралася. Помните, в начале сюжета мы с Максом попытались подать электронную заявку на роспись в ЗАГСе? С моей кредитки сняли 625 гривен, но подтверждение о том, что мы зарегистрировались на почту, так и не пришло. Теперь в ЗАГСе стараются сделать меня виноватой. Не могу внести ваше заявление, просто вы немножко не доделали, не дочитали, а теперь от нас требуете. Я могу подарить, можно найти свою подписку? Я сейчас попробую, я не понимаю, что вы вообще делали там, понимаете? У меня в эту секунду, честно говоря, те же мысли. Что я там делала? Я так понимаю, что вы делали запись на прием. Ну, за 600 гривен, это где такие приемы у вас? Послушайте, вы не оплачиваете вообще этот интернет-портал. И нам оно точно не доходит. Вы мне не приходите и говорите, я вам заплатила 600 гривен. Вы оплатили государству. Но это 600 гривен за церемонию урочисту. Да. Вы выбирали урочисту церемонию? Да, выбрали. Три день в воскресенье? Да, 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 да. В субботу. В субботу 5 вересня. А зачем вы 600 гривен заплатили? Зачем вы выбрали у выходные день? Что? Суббота это же. Так пусть нормально пишут тогда на сайте. Вы извините, но вы... Лично в моем представлении суббота – это выходной. И то, что у работников ЗАГСа дела обстоят по-другому, я знать не обязана. В итоге я переплатила 300 гривен, и вернуть мне их, похоже, никто не сможет. Я вам вернуть никак не смогу, потому что не я касса, когда вам нужно будет ехать, писать заявление в нашем национальный центр. Главное управление инвестиций. Ладно, а расписаться-то мы хоть сможем? Вы извините, пожалуйста. Вы извините, пожалуйста. Вы должны прийти с нами в комп и внимательно читать. В общем, битый час. Мы в 4 руки, каждый в своем гаджете, ковырялись на сайте и с горем пополам все-таки нашли мою заявку. Да, только не отвернулись. Там свернулись в сторону. Все, выстроили. И что дальше? Кинти кнопку на подарки. Странно, что оно взяло деньги, если вот анкета странно. Не закончена. Как это вообще такое может быть? Это мы скажем тоже с этим
Это ненормально. Может, и в самом деле я не все сделала правильно, но от этого абсолютно никто не застрахован. Дальше больше. Оказывается, дата, которую мы с Максимом заказали, давно занята. Нет, ничего свободного. А как так? А мы смотрели вот сегодня утром, и блокритный зал, и зеленый. Не успели ввести вообще данные. Не стоит, понимаете? То есть его надо ввести. Я обещаю сегодня сесть и ввести, довести это, потому что просто не было времени. То ли из-за моего опечаленного вида, то ли с целью спасти репутацию нового ресурса, эта милая девушка предложила нам перезаполнить анкету под ее чутким руководством. И тогда нас распишут, вы не поверите, в любое время. Я вас могу на 11.50 или на 12.00. На 12.00. Прекрасно. Ну а лично мне не дают покоя мои 300 гривен, переплаченные за то, что я думала, что суббота в ЗАГСе – это выходной. С твердым намерением вернуть деньги я пришла к министру юстиции. Это ж под его руководством придумали онлайн-регистрацию. Примите, пожалуйста. Вы знаете, у меня просто такое дело. Но министр неподражаемо уходит от ответа. Поэтому, как это часто бывает, за все отдуваться пришлось этой прекрасной девушке. Ну, смотрите, в теории эта онлайн-регистрация в ЗАГСах работает как пилотный проект. Поэтому вот так и работаем. Если у вас возникла такая ситуация, обращайтесь к нам, говорите, что вот есть проблема, и мы будем ее устранять в рамках пилота. Я сейчас говорю, или это пока еще не считается? Это считается. Я передам обязательно это нашим работникам, которые за это отвечают. И мы на это отреагируем. Я точно собираюсь довести это дело до конца и обязательно расскажу вам, верну ли я деньги. А пока ясно одно. Дорогой ценой, дурацкой переплатой. И тем не менее, на собственном опыте я убедилась, что даже сегодня расписаться в нужную дату можно. Главное, настойчивость. Да, Макс?